В одной пати бафы одинаковые, если что, да? Счет пати там даже не парьтесь, то не раз, и вот это не задумывайтесь ни о чем, просто дам отчет и будем бить. Я просто тоже хочу посмотреть, подойти сейчас. Так, ну давайте, подходите. Все там, восьмая, там седьмая, сейчас мы еще вара, кстати, суманем. Да я тут возле палатки уже. Магматик, маг, сколько дает? Хорошо дает? Так, что у нас шкаф есть? Так, плюс они что-то в чат этот орды дампать. Магматика с Хози сравнивать надо. Ну, в плане сколько он там больше, 15, 16 там, или меньше этой цифры дает. Сочный, что-то там зашел? Сейчас найду скрины, но я не уверена, что они у меня часто появлялись в одном рейде. Я тебе скидывал скрин 23 числа с ГМа. Там магматики есть. ГМ это хуйня. Сочный, ну, что-то там зашел, нет? Сочный. Навар. Прием, прием. Да, он зашел. Где он там? Да, ассиста, я его приглашу. Кому, кому? Player Mage. Player Mage даю ассиста. Сейчас мы суммуемся, там новый предмет надо зачерить побыстрее. Так, здрасте всем. Вот еще здорово. Здорово. Подходите все в этот... Ну, хила, в принципе, не надо. Я на тебя суммон кину, там это самое потом примешь. У меня, короче, в аддоне отключены 7, 8, 6 группы. Вы здесь? Кто вот 7, 6? Да, они тут. Да, да. У меня, если что, включено. Ага. Ну все, тогда... Все люди здесь. Ага, даю проверку. Ты там сочный принимаешь, Сумон? Сейчас. Смотрите, так как сейчас после этого трехминутного замера мы сразу двигаем в целка, там буквально вопрос в двух слотах, в одном слоте точнее, то сейчас перед замером пьем банки сразу, которые вы взяли, приготовили. Можете припоты пить, и Геру тоже дадим. Так, на присутствие. Как только все будут тут, начнем замер. ВТВХ нету. У нас шамана нет. Все, все здесь. Шаман не обязательно, нам хил не обязательно здесь на замере. Все, манекен, сейчас я на него поставлю метку. Вот этот манекен, ромбик поставил. Подходите к нему, готовьтесь. Бить будем, если кто хочет, включайте таймер, сейчас я рекаунт обнулю. Таймер, значит, будем бить 3 минуты. То есть прожимки, которые 3-минутные, у вас там от КДшится, будете бить. Можете припоты пить на счет 2 и на счет 3 начинать. Так, притон меньше 13. Сейчас мы глянем, сейчас все глянем. Сейчас все глянем. Если кто-то больше дает с 8 пати, там поменяем местами. Все, значит, так как все тут, на счет 3. Каску повару дайте, пожалуйста. Давайте бафы все обновите. Каски, кулаки. Кто там паладины? Кулаки по варам. Ага. Так, вроде так, все. Секундочку. Тотемы все, можете. Все да? А я не проснулся, блин. Кто-кто? Это ДДшечка. Ага. Да. Есть ДД, есть танк. Ну давайте, пати. Сейчас я уточню, что он где. В любом случае, в четвертую пати нужен РДДшник. Желательно. Потому что больше 9 миликов не очень будет. Учитывая танков. Так, а Ени вот этот, да? Давай сюда закинем. Миликов дохуя и так. Давай вот в нем. Тыкайте на сумму. Тык. Скажите, как присумонится. Забафы. Баночки, масла, все не забывайте, потому что замер идет. Смотрим. Может что-то лагает, может еще какие-то проблемы. Еще раз. Так, Ваня. Еще раз проверка на готовность. Забафали Аени? Прилетел. Пока нет. Он только подлетел. Все, там ДКшник появился, Аени. Дайте фулл баф по новой.
Че вы собираетесь? Смотри, как Аенни урон дает или что? Да. Сия. Да, ради него только и собрались. Три минуты хуйней позанимаемся. По приколу. Еще раз проверка. Аенни, ты готов? Спросите у него там. Так, зуброжен крестик, Аенни крестик. Ваня, кинь на меня истерию, кинь. Никто же не слышит. Ну на варлок, блядь. Короче, ладно. Не знаю, ну здесь зайдет, нет? У тебя угорает, он больше меня дает, блядь. Ладно, это самое. Обнуляю рекаунт, стопайте этот. Быстро двигаться, стопайте эту хуйню. Это не я сосу. А, ну это. Аенни больше меня дамажит, вы угораете? Все, давайте, значит, на счет 3 будем начинать. На счет 2 припота пейте. Раз, два, три. Поехали, ДПС. Время пошло. Геру, да, Игорь? А, можете Геру дать, спокойно. Давайте, Шимон. Убьют манекен, блядь. Просто сейчас сломают. Челы сидят, которые в полу. Ты по таймеру следишь? Да, да, по таймеру. Минута 20 прошло примерно. 3 минуты 30 секунд бьем. Не лям, там ничего, просто 3 минуты 30 секунд. Спокойно бьем ротацию, свою делаем. Учитывая, что тут чего-то может не хватать, каких-то бафов, так-то хорошо, в принципе. У ретриков немножко проблема с манекеном. На боссе больше будет точно. И ВБ очень хорошо. Там же нежить еще. Ну да, и да. Так, а скажите мне, Притон и быстро двигался, вы оба демона, что ли? Не, да. Притон тоже вроде. А Притон откуда? С какой гильдии? Притон мой. Ага. Твой Притон? А не мой никто же демон. Без фас... Он не удастся таки? Без фасок масел, в смысле, не взял с собой или что? Притон. Минута осталась. Угу, я понял. Сказал бы, я тут рядом стою. Да ничего страшного. Второй рейд стопудово, кто не попадет. Вторник, среда, также два дня. Соберем, закроем. Аня, мыник вообще в Африке. 8 боссов. 8 боссов стопудово сделаем. Там, если на второй день решим целка не доносить, ну то есть не тратить, если ДПС будет в районе 240-250, то с какой-нибудь там ИВК сходим на 4 босса. Что-нибудь такое соберу. Я в демоне килаю. Значит, у меня отображение чуть багается. Ладно, фигня. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стопаем. Короче, свои 15, как я и обещал, стоп на армс. Это понятно. Так. Хузи, охуенно. Слэйр. Ну, меня Рога удивил, вот этот Алкина.
Снизу, смотри сразу снизу. Ну я снизу смотрю, но демон обязательно нужен. Вот два лука хорошо. Вот, допустим. Магматик маловато, конечно, блять, но что-то надо как-то все равно РДДшника надо. Допустим, алкин. Да не, на сурфе у меня больше будет, у меня же экзекутка на сурфе будет. Это кто, магматик? Нет, это демон. А, какой притон? Аниманик. А, аниманик. А, да я вижу, ты этот Дестрик, да? Я не Дестрик. Это Грид Дестрик. Так, ну и вот, короче, нужно кого-то взять. Второй демон я даже не знаю, но смысл, если... А, они будут бафы перебивать постоянно. Да. Нужно либо шипешника, либо мага взять в идеале. Ну, ДДшника, это милика, я уже не знаю. Ну, впихивать будет хуже только. Потому что я уже рогу воткнул. Так, ну давай. Магматик с Зелианом примерно одинаково, шипешник получше будет. Зелиан, ты тут? Ты как там, не лагаешь нормально? Лен. Ну, как сказать, я одно масло забыла выпить, это во-первых. А во-вторых, я иногда по 3 раза на одну кнопку нажимала, но при этом вот такой вот дамаг получился. Mm-hmm. С самого начала было сильно лаги пошли. Не знаю, может, будет лучше. Чуть подлагивает, но в целом дамаг дает. Ну, понятно. Этот самый... А магматик у тебя как с лагами? Так, я пришел, что там решили? Сейчас. Магматик, ты тут? Точно так же, по 3 раза нажимаю. Ай, блядь. Чё, притона тогда взять, что ли? А, вариантов просто... взять милика вообще нет, да? Да, блядь. Честно, Айени я бы взяла. Он больше, чем практически каждый в нашей... Да, бля, реально, Айени давайте возьмем. Айени, да? Я так смотрю... Да вместо там... Рамса его возьмите, и все, я сяду на кого-то. Может, на второго ханта могу сесть. А, да тут видишь, если тебя убрать, 4% из урона не будет. Это важная хуйня на миликов. Миликов-то полрейда, блядь. А может, вместо крикера пусть там Линдрин потанчит тогда. Кто потанчит? Линдрин потанчит, не знаю. Ну а Йенни, он с шеймом, он больше всех даст. А. Он спокойно 20-ку будет давать. Я не видел, что у него шлем есть. У ну, него шлем, он заряжен. Знаешь как? Иди тогда на сову. Иди тогда на сову. Это будет лучше. Все тогда на сову. А не берем, ты на сову и двигаем. Смотрите, все остальные, вот кто сколько у вас там? 7 человек, точнее 6, этот заходит на сову. КД не вешайте. Если вы вторник и среду можете быть, второй рейд будет. Вот тот рейд будет на 8 боссов стопудово. Вот плюс твинки тех, кто сейчас рейд идет. Вот пойдем, закроем. Ну, месяцок, я думаю, и второй рейд на фул тоже закроем. Вот так и стартанем. Ты, короче, на сову. И еще есть вариант, вдруг, если кто-то вылетит, у нас там в Дисе будет стрим, если кто-то вылетит, может, надо будет заменить кого-то. То есть Зелиан, там, Магматик, Притон. Я думаю, вам все-таки стоит Андрея взять, не? Андрей, это кто? Как считаете? Это просто как я. Я чилить пошел, не, иди нахуй. Че, крыса, иди пей, блядь. Нет, иди, боже, понял. А я почилить пошел. И специально на полшишечке старался. Ну, подожди, вот в принципе, если так глянуть. Нет. Там разница у них с Хайриной, что-то 500 ДПС. Что-то Хайрина 14500, да, он 14. Ну, Хайрина, если тебе не особо надо, то можете свичнуться местами. Вот Хайрина с Каини. Пусть идет БДК, чтобы он больше выдал по чесноку, чтобы все было. Не, я имею в виду, ну... Выдал больше, значит, больше. Ну, больше, блядь, ты бил фуловый манекен. У тебя не работает талант на экзекут. Че, это по-честному? Ну, смотрите... Тут половина экзекутка не работает. У демонов тоже экзекутка, считаем. Хайрина? Хайрина, ты Влада тут? Влада нет, базы. Хайрина. Да, отец, я слушаю тебя. Вот ты как смотришь, тебе сильно надо в целка, или ты можешь. То есть между собой решить. Ну, проходка, как бы в резку, блядь. Ну, проходка, все. Да, в принципе, тут все за этим сидят. Так, сочный, ты зашел? И Андрею нужна проходка, он с гильдии, блядь. Нет, я чилю. Нет, тебе хуй. Ваня, отстань, хочет почилить, пусть почилит. Сделаем ему проходку чуть-чуть. Да, я чилю в танке сегодня. Вообще есть вариант, я слышу. Вон. Керус может не пойти, говорит, если надо кому-то место. Мне вообще ничего не надо, я могу не идти, мне похуй как бы.
Вообще похуй. Могу уступить место кому-нибудь. Ну, это, Кей не пойдешь? Кей. Блять, как правильно произнести? Коне или, блять. Кейн. Кейн. Идешь? Коне, блять. Говоришь, да, я тебя меняю с Керусом местами и идем. Нет, если да. Прям. Если тебя прям точно не надо. Не, мне чтобы ничего не без надо. Обид там. Мне было. Вообще да, ничего. Он уже одно ногой в лиге, давайте быстрее. Ну, решайтесь. Кане, идешь? Кане. Да, да, да. Все хорошо. А что, вы ни одного вара не возьмете на раскол? Ну это тоже. Он блады поменяй на Проксигары и все. Святос заебись. Ну, Проксигары так не здесь. Святос заебись давал. Это тоже надо кого-то с миликов менять. Вот Хайрину. Ой. Хайрину. Хайрину на Барсигара поменяйте еще. Или на Святос. Войт. Чего? 25-ку ЦЛК можешь поставить? Да, сейчас поставлю. Надеюсь, там никто не зашел. Радник, выйди. Лена, давай, 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 ставь Рудникова. Сейчас. Лена тут? Так, вроде поставил. Лена мало дала или что? Сейчас поставлю. Я? Да, да, конечно. Тут. Офигеть, я еще вспомнила, что я личные бафы не ставил. Чего не взяли-то тебя? Это не ко мне вопрос. Я не знаю, вообще взяли или нет. Я вообще ничего не понимаю. Я подключилась к Дису, сказали бить. Я это, на рандоме воткнула одну. Не пошла бить. Второй рейд сходим. Ничего страшного. Ладно, это, ребята, если у кого время есть, сидите, смотрите стрим в Дисе. Летим в ЦЛК. Вот, если кто на замене вдруг пригодится, будьте в Дисе. Быстро вот двигался. У нас идеальный рейд 6 ДК. Не знаю, сейчас глянем уже в рейде, уже по исполнению. Даже на замене не нужно? Почему? На замене... Ну, вдруг кто-то вылетит, я же говорю. Сейчас... Вдруг... Чтобы оставил их в пати просто. Что мне просто потом удобнее, если что будет ЕП начислять. У меня-то ЕП ГП. Так, что еще раз в пати? А, оставить в пати. А ты когда начисляешь? В конце рейда? В конце. А, ну потом просто... Просто чтобы я видела, что они все это время пробыли здесь. Мне кажется, видишь, и люди и квесты могут поделать. Потому что если кто-то во время боя ливнет, там забагаются у хилов аддоны. Потом им дадим пати, когда закончится рейд. Ну, ближе к 8, там. Без 15, без 10. Не, пускай, я просто квесты поделаю. Да-да, пускай. А за второе ЦЛК идет ЕП? О, насчет ЕП не скажу. Ну, если вдруг там да, пойдет. 20 твинков, если у вас зайдет, то, конечно, почему бы нет. Если будет хотя бы человек 10 из гильдии, я начислю ЕП. За второй рейд. Я приду конечно, лично. Извиняюсь, но лучше, наверное, Святос вместо Кейна. Он потому что хоть раскол стакать будет. Да забей на этот раскол. Похуй вообще на этот раскол. Ну, вары вроде все могут раскол стакать. Ну у нас ни одного нет вара просто. Да нахуя страшного. Нам третья блад? Даже проще блады поменять. Все равно 14 кадр. Пускай идут. Ну, давай, если, короче, Хайрина, Кани и кто там. Ну, эти двое пускай стоят. Один с Шемом, один Шем собирает. Два танка. Если Кани или Хайрина готовы свичниться с Варом, то пускай. Ну, если Вару надо, в рейд, шмот там. Если у него приор есть, на это тоже смотрите. Это, Килая, смотри, как мы делаем. Вы ролите с этим... С, как он называется, с дуриком, да? Да. Вот, ну и все. Все, сумоним всех. Без АФК. Да, АФК. Да. Единственное, что топовые три не по ДПСу. Мне кажется, так будет честнее. Да, хорошо. Там уже топовые ДПСеры паролят между собой. Принимайте сумон. Мы вас в ЦЛК сумоним. Я думал, вы уже все здесь. Прилетел тут только 10 человек. Только 10 человек. Я у камня стою. Возле ЦЛК. Мы тут уже внутри шкаф. Да, тут шкаф, все нормально. Так, третьим танком будет на ребре. Рарник, у тебя второй или третий спек? Шмот с собой? Тыкайте на сумон. Обой с собой. Все, можешь сразу в танка прыгнуть, чтобы на трэше вдруг что случится. Алки на ловушке обезвреживаешь. Сейчас последний стоп. Последнего челика при сумоне, там он сочный, сдохший. Мага еще надо сумануть. Так, крикер. Рарник. Так. Короче, последнего челика сумоню и все, и двигаем трэш.
уже трэш подтягивают. Все, пошли трэш. Я суманул. На, сейчас. Блин, украли Иридар. А я-то. Войт, у тебя же ДЦшка есть? Да. Я просто спросить, насколько на них имеет смысл альфа-бес забрать? О, по расам меня лучше не спрашивай, у меня одна раса нежить. Я ничего об этом не подскажу тебе. Понял, принял. Но эльф бездна по манорегену не похож. Вон там другие люди знают по расам. Просто я такой хуйней не занимаюсь. Ну, я однолюб. Нежить взял и все, у меня все нежить. Я только паладина блоки разделал из-за того, что он это... Как сказать? Ну, блокер, блять. Стой, 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 стой. Танк, стой. Там давай, лоб... давай, Рога, беги быстрее. Где ты там? Впереди должен. Можно быть. Пока трэш зелень всякую поколупать? Колупать надо зелень? Зелень? Пока свободно. Да, конечно. Видимо, где-то сбоку ловушки. Ты имеешь в виду, что значит поколупать? Все паука свищаемся. Типа на бои не претендую, если зелень никому не нужна, на попылить бы. А, пылить, давайте так сразу. На зелень все нажимаем, на группу лучи когда идем, нажимаем раз пылить. Нужно не жмем. Вот и все. Пауков в первую очередь играть, и звезду, и вторую без бит. У нас групп луп стоит, да? Да, групп луп сейчас вроде стоит. Че, я могу сказать что-то, нет? Конечно. Давай Святоса возьмем вместо Блада, не? Ну они между собой. Они между собой решили. Просто, ну, разговор просто так впустую, я не знаю, как. Святос тут, нет? Было бы хорошо, если бы он в DC говорил. Я могу, понимаешь, взять. Ну. Я не против, чтобы он стакал раскол, это все замечательно. Совы, звездопад, конечно, я рад. Но не тыкайте его здесь. Гнев, звездный огонь тоже не юзайте. А можно лупнуть? Ну так что там, Кани или Хайрина? Пустите Вара. Если нет, то смотрите по приоритету, Килая. Ты этот вопрос можешь решить на раз-два. Если приоритет у Вара на какую-то шмотку, пускай идет Вар. Я не знаю, что... Ну, это решается легко. Там все. Большого запустили. Большого, да. Идите, ладно, пауков. Я сейчас гляну. Пауков идите бейте. Да. В первую очередь пауки играются. У Кайны приоритет выше, чем у Святоса. Кто такой Хайрина? Объясните мне. Почему я должен вместо Пуга какого-то другого чела брать? То есть вместо своего Гелеска Пуга беру. Потому что это совместный рейд. Ваня, ты ГМ этой гильдии? Нет. И ты такие вопросы странные задаешь. Ну мы собрали совместный рейд. Я говорю, если не хотите, давайте не будем. Ну, сразу это решить. Нет, так нет. Я, ну, могу вести, могу не вести, могу пойти отдыхать. Мне не надо это. Я не любитель. Давай поговорим после рейда обо всем. Сейчас слуг трона добьете, пойдем назад, убьем большого. Кстати, ты осколки, если увидишь, там скажешь. Ну, вроде видно только тому, у кого квест есть. Идите назад, там скелеты убейте. Крикер, тебе что-то надо в рейде? Ну да. Получается, мне нужны ноги, мне нужна триня. Да и все. Как у нас так, вообще по ноги доступнее, я имею в виду. Я что-то... Ну и крикер танк. Я что-то сначала особо не заметил. Килай, ты мне объясни, у вот этого Вани, у него мейн спек танк или ДД? ДД. Ну так, а что ты в танке? У нас и так три танка. Я все понять не могу, думал ты срываешь агро.
Там осторожно, там справа ловушка. Так иди раздефусь. Рома. Стойте, дальше черепка не заходите. Угу, все. Угу. Можно. Заходим, разъебываем. В первую очередь пауков. Сначала одного, потом второго. Гнев небес. На пулы, на черепок все. А, кружок ромбик просто в черепке стоите и все. Ну, в смысле, во мне в танке. Ставьте рыбу. А ей не тут, не? Да. Че, истерии поделим? Ну, да, если я вообще не знаю, как это будем делить. Я пока макрос не писал. Ну, там... Крикер мне будет давать, а второй там тебе. Кому да. Крикер дает? Скажи ник. Ну лучше напиши, чтоб я в макрос ник какой поставил для всех. Ага. Вон в первой пати. Ага. Сейчас тоже напишу, а я не. Да и это. Меня во вторую группу закинь. Так, сейчас секунду. Вместо там арены танк. А, у меня макрос на него уже стоит. Вообще супер. Так, вместо кого ты говоришь? Вместо танку, да? Вместо танку. Все закинул. Давайте чек на пул. Знаете, да? Просто бить шипы да. И не ставить. Понятие, сейчас секундочку, я включу. А где рыба? А где рыба тут вообще? Че, вы не ставили? Вместо ханта можем тогда с первой пати ДКшника еще во вторую группу? Там все равно одни танки сидят. Так, какого? Хайрину? Да? Да, Синдера, да. Который. Ага, все закинул. Так, ешьте рыбу. Дайте шкаф. Я отойду 2 минуты буквально. Блять, да вы чё прикалываетесь? 15. Тогда я за банками слетаю. Манете меня? Да, да. А кто на 2 минуты отошел? Кто по голосу знает? Я просто не всех знаю по голосу. Да, я не видел. Это... Не опознала. Да, давай. Не здесь. Не здесь. Извините, можно. Сейчас. У нас вообще поход будет. Мы сразу к чумку все закрываем. Посмотрим. До туда, пока дойдем, посмотрим. Я посмотрю на рейд. Все посмотрим. А может со сложных этих кварталов начать? В другой раз как-нибудь. Кива, есть бутылка? Да, конечно. Дай плиз. Обменки. Кончится, скажешь. Крикер, ты где там? Я тебе сумму кидал. Да, ну, висит. Пока еще 2 минуты. А, я понял. Я сейчас за банками же говорил, летаю. А то, что закончились, даже не заметил. Ваня, у тебя да, броню препота есть? Не, я бомжей ебаный. Я пойду туда слетаю. 5 штук есть у меня, если надо больше, сейчас СГБ притащу. А, ну. Давай больше штук, 20. Сейчас СГБ поставлю. Или ткнись кто-нибудь, пока я его сейчас раскопаю. Нет у меня на панели такого. Попробуешь как с этой едой. И тебе тоже, да. Погоди, сейчас из банка достану. Рарник, а чё у тебя? Вдруг какая-то польза. Чё ты мне даешь? Крит. Еда. Так, попробуешь. На присутствие. Кто там 2 минуты отходил? О, прикладываешь 60. Маловат. А я не кинь еще раз обмен. 50 крита это. 1% всего, блядь. Нахуй. Слэй, больше.
Это он, походу, да? Сочно, это он говорил? Это... Вот а это бронепод. Кто? Все тут? После этого чек... Нет, не Слэр говорил вроде. Чек на пул, ребята. Время проебываем очень дохуя. Блин. Почту может это кто-нибудь поставить? Да, вот он сейчас стоит. Посмотрите. А, спасибо. Андрей, масло есть? Конечно. Я же не бог, это. Коля, не маш. Крикер с пула тогда кинешь? Да. Все готовы? На счет 3 пуляем, на счет 2 припота пьете. Раз, так, два, три. Черепок. Кидай. И Геру давайте. А еще лужу под себя можно кидать ДК танки. У всех бладов урон вырастет. А мы вара же не взяли, печально. Так и про вара говорил все время. Да я на хп посмотрел. Эйр. Это сочные килая после босса, это задерживайтесь на 20 секунд на разрыв. А остальные танки и хилы идем туда. Дал мне зыбку. В лужах не стоит. Танки на себя звездочку поставил, чтобы было видно, куда сбегаться. Лучше вместе рядом тусуйтесь. А ДДшники возле звезды не тусуйтесь. Отходите, потому что здесь лицо будет. Вот сейчас оттянем немножко. За спину уходите. Звезду танки. Если милость есть. Че у тебя рарник по прожимкам? Ну, фрики разве есть? Давай я прожим. Не, я по собственным имею в виду. 50 на 50, допустим. Ну, вот можешь тыкнуть после этого. Ну, чтобы вероятности меньше было, что у тебя шотнет. Или ревность не проб. Кто из вас огромный набирает? Ты? Туда, Войд первый. Кидай крикер лужу на босс. По КД. Так. Да вроде кидай. Там у вас столько ДКшников, вон и фросты всякие. А фросты не юзают лужу? Нет. Нет, конечно, не будешь делать, нет. Все, крикер ебанит и 4. Прожал. Танки звездочку на себя. Полагает пиздец, нахуй. Танки звездочку, остальные за спину. Истерия 4 секунды. Да, Блад Шевом, конечно, красота. Пол бы еще раз кол, он бы еще больше дал. Да, похуй. Рарник, там в танке останься на леди. С крикером пойдете трэш пулять. Только тут 4 человека останутся. Я с килаю сочным и душем лутает. Ой, блядь, хулипал. Синтек рес и хулипала. Сразу ему щиток.
Сразу щиток. И... проебали, да? Дал Т4. Захиливайте. Волной начинаем хилить. Шаман. Оба шамана. Танка. Крикер, давай Т4. После шипа последний. Да уже, да. Ну так, чисто на станке. 2%. А, все, хапало, еще кто-то резнул. Зря КД отдал. Ну, ладно. Ой, такой момент лучше после пламени, когда все сбегут его резать, чтобы он в луже не резнулся. Да, да. Это самое. Мы вчетвером справимся, если что. Да. Килая и сочный китайский ролл. Так, какой ты пати в третий? Так, пояс. Пояс. Да, я скол. Кидать. Сейчас дам. Ты увидишь? Да, нет. Так, килая. Сейчас я три шмотки отдам. И на третью кидать. Еще раз. Лол, блять. Да, это сильно было. Так, даю тебе. Этот, как он называется? Давай, давай, давай. Забирай. Ага, ставлю групп лут. Да релогнуться, походу, фризит что-то. Да, релогайтесь. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете... Чё, гриль тоже релогается? Да, подлагило, конечно, немножко на ребре. Помощников РДД бьют, остальную парашу все это, милики. Только ревнителям под морду не заходите. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Справа помощника вытяну. РДД вон справа, моб бейте. И слева он стоит. Так, Рарник, ты тут? Да, да, да. Танчишь справа. Сейчас поставлю метку. Крикер, агри пока паука. Блять, ебучая мышка. Я думаю, что за хуйня, блять? У меня пинг ушли. Пинг с интернетом что-то, да? Я хуй знаю. Ебет, что-то. Кнопка жмется, а потом наполовину обратно откатывается и приходится еще раз нажимать. Давай, крикер, Т4. Убой, Боба. Вот у меня как раз такая фигня. Походу сервак вонючий, да? Т4, ага. Второго паука, блин. Кстати, такой вопрос, а где тень? Он только вечером приходит? Не знаю. Чаще всего, да. Первая, третья группа слева, трэш. Вторая, четвертая справа. Если где-то быстрее убили, помогайте там, где медленнее убивают. Значит, этот, крикер, твой моб
с лестницы. Хорошо, наверное, давай, вот давай с лестницы и вот этот крайний слева. А мой ближний к боссу и центральный. Ну, рарник, у тебя там 3 моба будет. Слева, где кружок, будет 4 моба. Проверка. Так, Зубраджин. Ты тут? А, пьешь? Ага. Совую с вас контроль, там сочные хеки. Да-да. Пуляйте. Тут припоты не надо. Пуляйте, пуляйте. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! И... Вот видишь, твой БР, конечно. Владикон, ресы. А, ладно, ресы. Ты встал сам? Все. Аниме не пора. Все, бежу. Я дал контроль, сейчас обновлю. Истерию тебе кидать? По-моему, да. Нет, давай. Трэш убили, кидаем. Крикер. Милики вышли. Удар смерти юзаешь, чтобы руны смерти накопить? Делаю, да. О, хорош, красавчик. А ты мобил, что ли, смотрел? Обычно нет. ДК вот этот талант не берут. Ну да. Нубы ДК не берут. Ой, подвисло. А, милики, для вас информация там. Фанатику под лицо не заходите. Не заходи. Хай на контрольте. Я ж тебе не помешаю, вот если что. Не-не. Вот так по мелочи. Если что-то важное там говорить. Главное, что именно касалось, относилось рейда, ситуации. Там инер, БР, все дела. Без команды БР только не давайте. Потихо и много, но все равно. Без команды БРнуть могут только танка или хила, если очень срочно. А так все привычны. Жесткий отрыв, конечно, у БДК. Прям играть ими захотелось. Лишь своем собрать. Ваню, контроль. Там зеленка. Зеленка сейчас пройдет, вихрь будет. Нормально. Трэш, трэш, бьемся. Ты, Крикер, прежде чем этого петуха гриппать с лестницы, в этого ЛПшка хотя бы, да? У тебя раньше ЛПшки вкачан, нет? Да вроде нет. Я вкачиваю всегда удобно с ренжой ЛПшки играть. Так, что там у босса? Давайте Геру переводим. Я первый буду танчить на пул на войду. Выходите с этой хуйни. Хейки сочные по экону залейте. Вокруг рассасываемся на хороший рейндж. Я на... пока гимн на ману дала. Да, да. Ну, там у них с маной... Охуенно ведёте. Так, Крикер, стаунти, набирай агрон. На пул на Крикера следующий. Потом заберу попозже. Пока вёл, особо не набил. Все, следующий на пыл и на война. Так, Т4 дал на всякий случай. В этот Вадикон ресы Каня. Сразу щиток, фулбаф. Когда человека ресуют, сразу пристабаф, лапку. Желательно, чтобы сова, которая ресила. Пристабафа, если что, знам. Ага, и каску. Пока ж ману не тратил лишнюю. Тут поприоритетнее, конечно, посчитывать, ну да ладно. Это я тоже успеваю раздавать, не переживай. Был бы Т5. Там щиты 0.5. Сову законтрольте.
Я просто думаю, как с наказаниями быть. У вас-то понятно ГП, а здесь как? Да еще вы разраливаете 2 ГМа. Минус кроу внутри гильдии, не знаю как. Да просто... Типа, как вам персонально минус кроу, да? Ну, ладно, до этого пока не дошли. Да и не косячит вроде пока сильно. Лук можем сразу, наверное, одному ханту отдать. Хант тебе надо? Тут да. Только один хант. Где он? Ну... На трансмун, блять. Змарская. Не кайфово играть с пингом 260. Да, ну как-нибудь потерпи, 260 это не самый пиздец, как бы. Ну нашим не нужно, у нас нет. А зачем этих мобов вкулили? Бейте мобов. Бейте моб. Ну ладно. Я роги закину, короче, это параша, мне кажется, никому не надо. Можем меня забафать нормально, кстати. Бафайте людей там. Череп вот этот, это на танков. В принципе, я не знаю, как. У сочного в гильдии. Ну если только танку. Танку тебе надо, если нет, тогда я уступлю, наверное, если им надо. Да, да, смотрите, если это. Килай, а то уже все уступишь. Народ, надо кому-то. Просто если не надо, уступаем друг другу, если у кого-то не надо. Да, если не надо, я возьму себе, как бы. Я собираю шлем, через шлем этот. У Килая критикер. Ты что-то тоже не рубишь. Ты же третья сторона, получается. А, да. Ебать, ты расписал. Этот, крикер, танку, рарник. Вам кому-то надо этот шлем? Ну, у меня крикер есть надо? Такой. У меня есть такой. Всё. Хорошо, я себе закину. Вот. Тогда вдруг, если прям жестко кому-то надо, мы потом разберемся. Себе закинул пока. Ты лутера-то дай, куда пошел? А, есть осколок? Есть. Сейчас. Да, он сказал. Что, два босса, два осколка уже? Да. Шлем близко. Шлем близко. Угу. Так, ставлю группу. А давно, наверное? Долгое время не фига. Там лут появился, что ты? Что в луте? Давно на этом луке появились статы? Вроде их не было. Я только заметил тоже. То, что статы добавили. Ну-ка, линкани. Ну там РПБ, крит и что-то еще добавили. Удивительно. Ценность лука поднялась, получается? Ну, он даже неплохой такой получается. Ну да, он был полный. Был полной парашей. РДДшники, перебьетесь. А Каяни перезайдет на минуту, у меня баннер с этого. Это они, наверное, приравняли к зуломановскому луку. Зуломановский лучше, он с сокетами 5%. Но он без РПБ, к сожалению. Рарник в ДД можешь прыгать. Крикер на нашем, я туда полетаю. Ранцы берите все без исключения. В пушке, я сейчас скажу, кто будет. Лазерная, быстро двигался. ИВБ, анименик. Вот эти 4 человека. Остальные к пушкам не подходим. Я релогнусь, не могу. Дерьмо ебаное. Я тоже, мне все доны полетели. Скажите, как зайдете? Поставь по ним метки, а то потом найдутся, кто сядет. Ну давай, поставим, давай. Быстро двигался. Слышь, у меня Супраджин пушку отнял, так что он в пушке. Нет, хилы в пушке не идут. Лазерный быстро двигался, кто там, анименик. Хилов 5 вообще не надо. Вот вообще. Анименик и ИВБ в пушку идет. Вот эти 4 метки идут. Так, остается Ваня, сейчас зайдет. Так, что у нас тут? Кози, одеть. Ранец ты одел? Вот я вижу, одел. Поставить на удобную кнопку. На единичку ставь, самое удобное. Или на F1, какая тебе удобная. Можешь на капс поставить. Чтобы можно было нажимать. Вот смотри, как звездочка тебе показывает. Оп, вот так и летать. Вот. Как только ты это сможешь летать в воздухе, то тогда ты сможешь туда перелететь. Там будет такой корабль второй. Чек-топул. Блять. Ваня. Прогрузился? Да ничего, это корабль не, тут не важно особо. На нашем корабле потусуйся, да и все. Запускаю. Че он там, блядь, долго что-то запускается? Сегодня мы будем биться со смертельным
Это ребята. Вот тут, где звездочка стоит. Вот с этой стороны перелетаю я, танк. Здесь не перелетайте. Перелетайте вот здесь, вот где ромбик у нас стоит. Вот с этой стороны перелетайте. Ну, там муродит такой будет. Он бьет рассекающим ударом. Под лицо к нему не заходите. Вот это, я думаю, все понимают. 10 обычку все закрывали. 2 мага ебанем там. Обратно слетаем. Вот эти оружейники, которые на переднем борте, борту к нам будут стоять. Вот эти. Сразу разъебывают их РДД. Сразу звездопады, всю хуйню. Исушение, полное АОЕ. Лужи, блядь, всю хуйню. А, Хози, не прыгай в правой части. Шотни. Просто на всякий предупрежу. Можете лететь на тот корабль и все разъебывают. На нашем корабле может рога остаться и пару миликов. Остальные все туда, все зачищать. Я достаю, если что. Ага. Главное, что ты хапал, 2 эршама. Звездочку хильте. Один кто-то малый, можешь волной спамить. Второй там большую, когда больше, ну, к 30 стакам будет. Большую накидывай. Цепуху не надо, это бесполезная хуйня. Либо малая, либо большая. Что интереснее. Все там можете разъебать. Вот этих колдунов там, ну, видишь, делать нечего. Оружейник вышел, вот его разъебать там за 10 секунд. Маг вышел. А, ну давай еще третьего подождем. Ну, дальних убивайте, пока еще стоим. Начинайте, шаманы, волной большой хилить. После этого мага обратно улетаем. Ты 4 прожать? Нет, не надо. Милики, уже можете убегать. Улетайте. Все улетаем. Все, я тоже улетаю. Камера, конечно, хуёвая у меня. Все, можете лететь обратно бить. Мага убивать, это скорее всего последний. В принципе, кто на этом корабле остается, они портанутся сразу в Суркуда и все. Ну что, можете чилить, просто спокойно бить. Пушки 350 тысяч, добьете, нет, не знаю. Там тысяч по 50, по-моему, разряжаются. Так, до мага что-то 7 секунд. Не знаю, успеете, нет? Успею, чё.
Нет, заморозка. Нет, заморозка. Бейте мага. Дал мне зыбку. Все, пушки добивайте сразу. Что, добили? Добивайте быстрее. 30 тысяч. Ебать, я портанулся, ко мне хилка какая-то прилетела. Самый любимый босс в вашей жизни, готовьтесь. Так. Чё ты, блядь? Перчатки полупокера рольте. Полуперчатки артиллерии. Хилая сочная, вы тут? Да, но я не знаю, кому они из наших нужны. Если не надо, я просто ей тогда закину, да и все. Короче, это... Хила кину, если что, перекиньте там. Это счеты на хила. Вы тоже пишите там, надо, не надо, хотя бы, чтобы ваши эти ГМ знали там, надо, не надо. Сочные хила надо кому-то? Да не знаю толком, хилы отзовитесь. Смотрите на лут, смотрите на лут, ребята. Да, мои говорят, что надо. Запытал только один хант, наверное. И в чате пишите там кому, если надо. Зап и хант, и энх, наверное. Ну, энхов нет здесь, мейнов. Хант твой, да? Или чей? Ну, хант мой, да. Ну, раз они хантовские, у меня энха по мейну нет. Всё, ханта тоже. Просто ханту тогда закину, да и все. Чтобы не париться. Ну, если счет у вас у каждого хила есть, я бы хотел счет взять. У нас у одного хила нет. Ну, кто там из вас сколько кинул? По идее, хила я выиграл, но ладно. Ну, и все. Если запустил. Надо, потом перекинете. Да, там посмотрите. На кого первым наплевать? На Войда, да. Зубр, Синтек, у тебя, по-моему, есть. Крикер, тогда лужу кинешь с пола, все равно не будешь агро набирать. Типа, если вам не надо, я отдам. Да, Гера с пола. Лужа, истерия. Пока есть время, не знаю, может еще раз там этот обновить баф какие-то. Посмотрите какие-то бафы. Если кому-то не хватает баф, сразу обращайте внимание. Это ваши бафы, ваш ДПС. Магию то обновите. Я вот горн вам дал. 25 секунд. 27, 26. Эй, баны, 400 пинга, чё я за хуйня? Нормально, 20-ку дашь. Нормально, блядь. Люди с 1000 пинга играли, с секундной задержкой. Тяжело, конечно. 5 секунд, готовимся. 4, 3, 2, 1. Тогда стерео. Гера? Да, Гера, конечно.
Забери обратно. Что-то на метку среагировал. Полбосса нету, одна метка. Идеально. Трэш быстро сливается, значит. Ебаный пинг, мать его, ебал. Это нормально, нормально тебе. Кого нормально, я доты не обновить не смог. Да я не перегнать пытаешься. Пытаюсь доты обновить вовремя, блядь. Это вам не столб, блядь. Согласен. Да на столбе тоже лагало. Да, иногда приходится нажимать по три раза, блядь. Это прикол. Сейчас заберу бомжей и докисую. Мать бы истерил. Зыбку дал. Два ляма добьете, думаю, за 5 секунд. Так, хилов мы не спекали. 302 тысячи, ровно как по расчету. Тут совы дали как маги в расчете, а маги как совы. Хочешь прикол? Я с сундука осколок вижу. Тоже вижу. Вот тебе осколок. Не, с тех-то я, видишь, не видел с боссов. Килая сочная. Остальные на трэш. Открывайте портал с крикером, с хилами, со всеми на трэш. Идите. Закинь сразу лазер. Хорошо. Я пойду провайдеру позвоню. Да, да, давай. Покоритель. Блять, под конец дох. Так, килая закинула. Так, там болезненная задача, квест на чумке. И ФДК. Клинок. Ой, то есть, ну, килай сочный рольте. Если у вас ФДКшники есть, конечно. Кейн? Нет, у нас не, ФДК у нас боты только. На успех могу ральнуть. Если не надо никому. Короче, килай закидываю. Болезненная задача, пошли. Кайн, ты же у нас фрост. Не надо. Он за Лемана выбил оба. Если не надо, там кому офспек надо, у Килая меч. Если, ну, смотрите, там разберетесь. Пошли трэш на чумку ебашить. Перекур после квеста, как на чумку квест сделаем. Перекурчик сделаем. Сейчас быстренько на трэш идем. А чё вы не агрите, я не понимаю. Вы чё, постоять пришли, что ли? Неинтересно просто. Ребята, с состоянием не убиваются инсты. Надо быстрее все делать. Это время. Вы не в одного играете, сидите в однопользовательскую игру. Но в онлайн игре у каждого из нас есть личное время. Так что давайте стараться. Будет все хорошо, прекрасно. Сразу пачку. Группу поставь пока что. Ага, забыл. Не зыбку дал, там захилите, надеюсь. Хилите. Так, вроде поставил. Сейчас будет проверка хилов на собаке, которая уешит зеленую хуйню. Если захилите, если никто не упадет, то значит на фул сегодня закроем.
Может, не сегодня, может, лича не успеем. Все, пошли в движение, давай, побежали. Бежим, бежим за мобами, вперед танков, пошли, пошли. Напуливаем сразу вон пачка сверху. Мелочь. Распулить нажимаем на зеленку. Там сзади хило убьют или армия. Откуда эти петухи пришли вообще? В уголок встаем сюда. Сейчас заберем. Алло. Алло, алло. Пусос они, короче, у них как всегда проблемы, блядь. Приносим ваши искренние извинения. А, да? как они говорят, типа, ну, сори, типа, сегодня пинг 400, завтра постараемся 200 сделать, или как? Нет, у них авария, мол, ждите, блядь, 2 часа минимум. А тут спасибо, хоть какой-то интернет. Да. Пидорас. Конторы пидорас. Завтра, если будет время, анекдот вам расскажу. А чё сегодня? Сегодня? Я анекдот хочу. Ну, попозже, если все хорошо будет. Собака... Сегодня день неподходящий. Давайте сосредоточимся, хилы. Собака самая опасная. Веду сюда. Сначала мелкого пидора залейте. Ты первый не зыпку или я? Я первую не зыпку. Второй будет оттем, знаете, отсел прыгнул. Так, готовимся, хилы, готовимся. Там совы, там... Я 4 ГКД потратил, чтобы мор обновить, а он в итоге не сработал. Угу. Короче, я не зыбку дал позже, нахуй, потому что... Это, как он называется? Руник нажал. Рун не было. Да, да. Так, ну где смотри. Где моя воля? Нахуй я сюда? Лежат 3 хила, все, кто сдохли, покинули тело и побежали сюда. Давай не зыбку, холипал массакру. Захиливаем всех, кто живые. Дерняйте больше никого. Полипал только и ДЦ у нас остались. Что все там, остальные бегут. Сочный тоже беги. Никто не лежит. Поменяем. На следующую. ИВБ тоже сдох. Короче... Гимн сдам, если что. Да, гимн дашь. Перед, ну, в косте прям, типа, себе щиток. Вот щиток, гимн, хейки там, спокойствие и бани. Вадикон тоже. Дубовый обязательно, если есть. Можете себя покровительством похилить. Сейчас добьем уже. Это я, блядь, виноват, сука, не зыбку проебал. Ну, мне что, гимн в КД? Нормально. Все, остальные там, кто бегут, добегайте. Мы сейчас следующую собаку начинаем. Мелкого сначала заливайте, там диспельте, кого он слизняка превращает. Ну, у меня вов крашнулся. Какой ник у тебя? Экон. Ты на собаке крашнулся или после? Ну вот как ваншотнул. Ну, я чуть-чуть пробежал тут и вот не добежал до конца уже, когда резнулся. Ну что, сейчас мы на тухлого пойдем налево. Может, он хотел ленточку. В ленточку просто кубик нажимайте, если выпадет, и все. Кто заберет, тот заберет. Зеленку остальную распылитесь, еще падает зеленка. По буешкам. Если, короче, буешки на группу текила выпадают, давай, знаешь как. Тыкаем втроем, короче, кубик и все. Остальные отказывайтесь. Ну, если кто-то заберет, там, не знаю.
Или заберешь у них. Осторожно, берешь осторожно, ребята, осторожно. Вот эти все, которые 200-е, тоже кубик нажимаете, там все как зеленка считается. Точнее, на зеленку. Точнее, на зеленку. Слева чисто. Ребят, слева чисто. Ага, хорошо. Справа что, активируем? Краски обновите. Или с дисплея ловушку, или активируем. Я справа не вижу. Ну дальше, дальше, беги, она за углом может быть. Да, да, все. Все, 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 чисто. Мелкого бьем. Мелкого агри, иди сюда. Слизня с дисплея, с улока. Все, пошли вон того второго бить тоже. Сало ему, все дела. Ой-ой. Налево идем, на тухлого. Квест все взяли, не забыли. Экон, что ты там загружаешься? Найс, прыгнул, Булкин. Что-то оно серьезно как-то крашнулось, весь комп тухлого нужно. Через 5 минут, может, примерно буду. Ой, блядь. Ну вот, вы же хотели перекур. Давайте перекур тогда. Выхода нет. ДБМ брейк 5. Идите налейте чай. ДБМ бреак 5. Там может кому не видно. Ну короче 5 минут. Идите. Пока он зайдет. Куронем. Ну чё там, Эйкон? Да, сейчас запускаю лаунчер уже. Угу. Ой. У кого какая температура там, кто здесь? На улице. Там жарковато, вообще жестко. Двадцатка прям хорошо. Ночью походу гулять пойду сегодня, блядь. Ночью походу 20-22 будет. Прям хорошая погодка. Мощная. И у меня сейчас 34. Ну это вообще за это. Это где-то? В Молдавии. Угу. Ну, у нас так. Вверх-вниз, вверх-вниз. Минимум 22. Максимум было 38. 22 это уже кайф. Я не знаю, я в 15 в шортах хуярю. Я из Сибири. Просто 15. 15 стукает, я шорты, блядь, и вперед. Не, ну если ветра холодного нет, конечно. Главное не носки и вьетнамки. А вот не говори, вот эта хуйня везде, кстати. Дождь. Грибной. Уже 3 дождя грибных видел. Солнце хуярит и дождь. Такой он, блядь, пролил, там, не знаю, сейчас проходит, высыхает, что вообще странно. Давно такого не видел. Лесников, да, радость большая. Да. За грибами скоро пойдем. Да я что-то грибы не хочу, я это земляничку хочу пособирать. Так, крикер тут. Экон, Экона ждем. Экон, что у тебя? 3, 2. Сейчас захожу уже. Скажешь, как загружаться будешь? Да, да. Можно и для кайфа что-то собрать. Так, пока ты заходишь, метаньки ебану. А чё за рофл? У нас Рога первое место по ДПСу на трэш. Ну, так это мутик, он всегда надо на трэш. Если трэш овер дофига, то мутик обычно в топе. Он яды на всех стакает и... ДПС. Крутой, крутой Рога. Мега крутой, прошаренный, скиллованный. Я раз вижу, блядь, Рога была в топе. И топа так же делал раньше. Не видел ни разу. Странно. Я бы, конечно, предпочел, чтобы Крога нахуй так дамажил, блядь. Потому что 4% физухи как бы на дороге не валяются. Серьезный баф. Ну, Крога чуть понерфили. Точнее, его не нерфили, других апнули. Поэтому... Ебаники. Локи, если есть, тут ебаники, сразу шкаф. Экон зайдет. Он загружается, сейчас суманем его сразу сюда. Организуйте пожрать. Могу твою геру организовать. Давай.